Солнце, море, пляж и Wi-Fi. Бесплатный интернет на всех побережьях региона появится к 2019 году. Об этом заявил губернатор Вениамин Кондратьев. К оборудованию новыми технологиями морских пляжей, а всего их около 500, власти Кубани приступят уже в этом году. Я неоднократно говорил и еще раз повторюсь. Чтобы соответствовать стандартам мировых курортов, необходимо удовлетворять возрастающий спрос населения на путешествия, предоставлять туристам качественный отдых. Проект беспроводного доступа в интернет мы запускаем летом, в сезон отпусков, когда пляжи пользуются особой популярностью. Первыми воспользоваться услугой в этом курортном сезоне смогут отдыхающие на пляжах Эмеретинки, Джубге и поселка Ольгинка. А потом уже беспроводные технологии будут доступны в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Сочи, Ейске, Приморско-Ахтарске, Славянском и Темрюкском районах.